Возвращаемся к голосам мирового масштаба. Сегодня они звучат в Тирасполе. В парке Екатерины выступает хор Сретенского московского монастыря. Коллективу более 600 лет, и как они поют. Рассказывать можно много, мы предлагаем послушать. Эти голоса звучали в православном храме Рима, в соборе Парижской Богоматери, в храме святых Константина и Елены в Стамбуле. Они выступали на лучших сценах Нью-Йорка, Берлина, Лондона. А еще исполняли гимн России на Олимпийских играх в Сочи. Я сама из России, из Санкт-Петербурга, и никогда не пропускаю никаких таких замечательных мероприятий. И посмотреть на своих россиян, особенно в Приднестровье, всегда приятно. Это великое искусство русского народа. Такое можно увидеть один раз в жизни. Я очень благодарен организаторам этого мероприятия и очень рад, что я сюда попал. Потрясающе. Мне кажется, у нас давно не было таких артистов. Это просто ложится на душу и никуда не может уже уйти. Вот ты слушаешь, впитываешь и прямо хочется. Великолепно. Спасибо большое. На сцене Екатерининского парка сейчас выступает ансамбль «Россия». Но все ждут с нетерпением хора Сретенского монастыря. В их репертуаре русские, украинские и казачьи песни. А еще песни военных лет и известные романсы. Ковалинка моя, целый ягод, ковалинка, ковалинка моя.